Приветствую зрителей и подписчиков канала «Уральская усадьба». Сегодня монтируем теплицу «Капель Катальем» с перегородкой. Брус собрали, выставили в плоскость уровень. Поставили перегородку уже. Начали собирать каркас весь. Вышиваем торцы. Все по плану, по ходу. Продолжаем монтаж капельки 3М. Все, каркас полностью готов. Обшиты торцы и перегородка. Смонтированы фрамуги боковые. Прикрученный конек. Первый слой нижний. Прогоны, все прокручено. Все, осталось перекрыть полностью теплицу. И собрать двери. Все, продолжаем. Закончили монтаж теплицы капелька 3М. Ширина, значит, у него 3 метра, длину 6 метров. Конструкция свалена с профильной оцинкованной трубы 20 на 20, в торцах диях 20 на 40. Труба оцинкованная плюс полимерно-порошковый окрас, цвет шоколад, поликарбонат 0,8 плотности, 4 мм. Фундамент теплицы брус 100 на 100 пропитан антисептиком. Соты поликарбоната по всей теплице полностью защищены перфолентой и торцевым профилем. На торцах установлена уплотнительная резинка. Наверху конек. Два слоя снизу под поликарбонатом и сверху. Козыречек дождевой. Здесь цельная дверь, перегородка и дальний торец тоже цельная дверь. Две коньковые фрамуги, даже не коньковые, боковые фрамуги на газлифтах. Шпок и закрыли. Все легко и просто. Все качественно, надежно, укосины для жесткой конструкции, чтобы жестко стояло. Все, вот такие классные теплицы мы производим. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Всем пока.